Привет, друзья, с вами Гринут, и сегодня у нас обзор Фуджитоида. Это Фуджитоид по вселенной 2012 года «Черепашки-ниндзя» от Nickelodeon, и произвела его компания Playmates. Вот так выглядит его упаковка. Серия от Playmates называется Dimension X. Я называю ее «Космические черепашки». Давайте приступим к обзору нашего дорогого робота. Конечно же, найдутся желающие исправить меня и сказать, что он фугитоид, как перевели в дубляже русскоязычном сериала 2012 года, но я привык произносить этого парня как фуджитоид, уже много комментариев было на этот счет, и если вам удобно называть его фугитоид, то на здоровье, друзья, называйте его фугитоидом. Я не собираюсь доказывать правоту своего произношения. Мне нравится фуджитоид, я буду называть его фуджитоидом. Вот такой вот у него прикольный скульпт у нашего фуджитоида. У него такие вроде как очки черные сделаны на голове. Там глаза, небольшие коричневые зрачки. Такой рот, где условно обозначены коричневым цветом вроде как зубы. Тут на ушах тоже есть желтым покрашены как две колонки, через которые он слышит. Сзади у нас просто такой перламутровый белый цвет. У него голова не окрашена, на руках есть покраска, тут черные такие полоски, и на пальцах желтые полоски. Остальное он просто дальше перламутрово-белый. Часть торса окрашена в желтый цвет, и тоже на ногах такие какие-то сделаны желтые полосочки. Вообще этот торс, именно вот такие вот шероховатости, вот эти углубления, текстурность, структурность, она придает прикольного вида фуджитоиду. У него массивные такие предплечья, маленькие пальчики. И он такой робот-робот. Такой прикольный весь. И массивные у него также голени и стопы. Пятки, задняя часть стопы, чтобы он клево мог стоять. В принципе, довольно-таки неплохо сделано. И он очень похож на своего мультяшного персонажа. Именно похожесть тут... Не придерешься. Традиционно по аксессуарам в космической серии у нас 0 аксессуаров у фуджитоида, и ему вообще ничего не сделали. Просто вы покупаете в упаковке робота, и все. По артикуляции у фуджитоида вращается голова в разные стороны, не наклоняется, она просто вращается. Руки двигаются в плечах, они вращаются и сгибаются, и в предплечьях они просто вращаются. В тазобедренных суставах вращаются и сгибаются ноги, и в коленных суставах просто вращаются. Вот и вся артикуляция. Вот такой вот фуджитоид. Он ничего вроде как особенного, но в принципе неплох. Как персонаж он похож, он двигается, он вращается. Он может принимать разные позы, может как-то взаимодействовать с черепашками. В игре он очень будет даже удобен. Он не разваливается, он стоит, у него ничего не отпадает. У него нет никакой дополнительной одежды, нет никаких дополнительных аксессуаров. Вот такой вот себе робот и робот. Часть вселенной, персонаж из «Черепашек-ниндзя» 2012 года. Я фигуркой этой доволен. Она простая, она вот такая вот, вроде бы незамысловатая, но она сделана похоже на мультяшную. И меня в ней все устраивает. Как часть коллекции мне фуджитоид подходит. Ваше мнение, как всегда, в комментарии. В следующий раз у нас остался только Мозер, и потом, я думаю, мы все вместе фигурки космической серии соберем и посмотрим, как они взаимодействуют между собой. А на сегодня это все. Спасибо вам за внимание, друзья. С вами, как всегда, был Гринланд. Кавабанга, чуваки. Пока-пока.